Хайо, гайз, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру по названию Far Cry 3. Так, и у нас дальше продолжаются эти доп. Задания. Они же почему-то считаются сюжетные задания. Так, у нас там каких-то 150 метров. Что у нас было с вами в прошлой серии, да? Наркоман. Ну хотя, у него, мне кажется, он рели болел. Мы ему собирали лекарства, это травы. Был гей. Был... Я говорю, некрофил, да? Ты вроде стрелять умеешь. Та еще получи тебя. Где вход? Блин, опять эти двери постоянно путаю. Интересно, что нас дальше ждет. Прошу, меня никто не слушает. Люди ранены или умирают. Капец тут разгром. Я думала, это гром. Но когда выглянула из окна, увидела самолет, летящий над домом. Он горел. Это ужасно. Никто его не видел. И никто не верит, что я видела. Но он упал где-то там. Возможно, люди умирают. Может, уже мертвые. Прошу, спасите их. Я посмотрю. Окей. Погнали. А что у тебя, слушай, здесь произошло? Тебе нормально здесь? О, привет. Тебе нормально здесь вообще живется? Ладно, погнали. Так, говорит, где-то недалеко видела горящий самолет. Побежали, посмотрим. Это здесь, да? Мне что, его заюзать нужно? Нет, 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 нет. Потом сюда же возвращаться. Ну ладно. Жалко, что у меня своих крыльев нету. Нормально. Нормально. Так, а он что, типа, заметил самолет? А, вижу, да, обломок. Все, нашел. Обломки найдены. Так, мне кажется, он давно здесь лежит, слушай, ты так не думаете? Привет. Кай, что вы тут делаете? Я собирался готовить ужин. Старушка в деревне причитала об упавшем самолете. В общем, простите. Этот самолет упал 10 лет назад. Сбил дом. Внутри еще есть останки. Спасибо. Вы были в ближайшей деревне? А что? Ничего. Просто там не живет никакая старушка. В смысле? Чел, это ты сейчас о чем? А ну побежали обратно. Тихо, где тут проход? Так, вот это сейчас очень такой интересный был момент. Никакая там старушка не живет, он говорит. Ха. А что это тогда было? Хочешь сказать мне? Так, а где этот хотя бы? Здесь, да, где-то? На той стороне? Или нет? Или сверху здесь? А, мы с горы прыгали, точняк. Значит, я правильно бегу. Ну, как бы она сказала мне. Ну, сейчас пойдем посмотрим. Никто не живет уже как 10 лет. Самолет упал. Вы ж не хотите сказать, что это был призрак? Так, стоять, я немножко запутался, да, кажется? Стоять. Где я брал миссию? Ну, где-то здесь, да? Или нет? Странно.
А, вон. Или нет? Я не понял, где был? Откуда я летел? А я точно летел где-то с этого места. Твою мать! Это комодский варан! Мне плевать на этих комодских воронов. Это тоже не то место. Бля. Ребят. Я не знаю. А где я был тогда? Странно. Как-то это все странно. Ладно, давайте я поищу, побегу и, если что, продолжу. А вот, ребят, я, короче, кажется, вернулся. Но это, кажется, это место. Но я не уверен. Да, кажется, это оно. Здесь действительно никого нету. Бля, я шарили, это был призрак? Пиздец. Ну нахуй, отсюда пошлите. Чертовщина какая-то. Я, короче, лазил, искал этот дом. Я же тогда посмотрел, да, типа, сдалека на вот это все сооружение. Вначале я подумал, что это вообще не это место. Потому что я помню, там было несколько домиков. Потом я увидел вот это, типа, прицелик, ну да, типа, соревнование по стрельбе. И решил, типа, сходить туда. И оказалось, да, это то место было. Ладно, окей, у нас в этой серии был призрак. Почему бы и нет? Так, давайте, короче, сходим с вами на... Хотя не, обезьянье дело, это будет у нас на последнее. Нам бы сходить вот на эту часть. И сюда. Давайте связь с временем сходим. Короче, продолжим. Сейчас. Продолжим, да? Так, все, считайте, я добежал до храмика. Надеюсь, здесь никакой херни не будет. Как? Связанный с духами. Эй, привет. Ты археолог? Джейсон, я Симхам. Привет, я Симхам. Друг Денниса, и ты друг Денниса. Значит, мы с тобой должны быть друзьями, так? Логика странная, но ты продолжай. Ты исходил весь наш остров. Предки, небось, все глаза уже выплакали, тоскуя по своим красивым храмам. Мне нужна твоя помощь. Мы хотим восстановить храмы, но нам не хватает резных табличек, которые вешали на стены. Императорская армия украла их 60 с лишним лет назад, но остров они не покидали. Хочешь, чтобы я их нашел? Да? Попробую. Большое спасибо. Окей. Сколько их? Три штуки, да, нужно найти? Тогда начнем с этого места. А как они хотя бы выглядят, эти таблички? Или подождите. Ну да, на этой территории же должны они быть где-то. Или я что-то не понимаю. Кажется, чего-то не понимаю. Ладно, тогда побежали в гущу. Это мне внутрь нужно? Нет. Хотя, возможно... А как выглядят эти таблички? Слушай, ты мне хотя бы сказал? А то типа ищи таблички. Я же даже не знаю, как они выглядят, эти таблички. Вот эти? Нет. Ладно, тогда сейчас я сбегаю наверх. На самый верх этого места. А, это нужно забираться на гору. Ладно, давайте тогда утов дальше посмотрим. Мне хотя бы нужен пример, как выглядит табличка. Нарезная. В принципе, это каменная плита должна быть. Но с одной стороны, фиг его знает. А, найдите все утерянные таблички. Но нужно знать, как они выглядят же.
Да, это значит территория, где они должны быть. Значит, одна в воде, одна в том мини-храмике. Они хоть подсвечиваются, я думаю. Так, тихо. Ага, туда можно наверх забраться. Здесь 4. Вау, окей. Чуть не подох. Принял. Ага, вижу все. Тихо, как мне это. Оп. Одна табличка есть. Обычные, короче, да. Плиты какие-то каменные. Наверху, значит, не может быть, потому что наверху там ничего нету. Да? Да. Значит, одна где-то там, одна в воде. Значит, сначала я поищу в воде. То, что, мне кажется, будет самое долгое. Потом пойду на поверхность, то, что там попрыгаю сверху. Может, там где-то что-то и найду. Так, здесь, поехали. Убитый чубрик. Так, не, оно внутри все-таки. Так, но она светится, это вот уже поприятней. То, что она подсвечена. А, вот она. Да? Ты? Вот это вообще было не подсвечено, как... Типа, если то показали пример, да, типа, подсветили. Это не светилось. Это просто лежало в воде. Скорее всего, это тоже из-за гаммы, типа, яркости, да, ну... Так, здесь. Вариант как бы будет наверху, либо где-то лежать здесь. В темноте. Неизведанности. Так, здесь нету. И здесь я тоже смотрел. Прикольно, да-да-да. Наверху тоже нету. Но на этой всей территории нужно найти табличку эту хрёбаную. Ну как я ее найду, если она не видна? Вот это нет. Это камень. Это просто камень. Да, прикольненько вы сделали. Она может быть и в траве здесь запрятана. Хотя, скорее всего, и в траве она и запрятана. Где-то в кустарях. Закинули ее. А потом говорят, шимки ищи. Ну что, мне только искать нужно. О, нашел. Все, готово. Самая долгая, по сути, ну как, не самая долгая, просто долгая миссия в поисках вот этих камешков. Джейсон, спасибо. Друг, спасибо, спасибо, спасибо. Эти таблички наше наследие. Через них предки говорят с нами, а мы чтим их, слушая речи. Ты оказал нам большую услугу. Возьми это. Ты заслужил. Спасибо. Окей. Связь со временем. Выполнено. Ау. Все, все. Так, дальше. Где наша миссия? Поехали сюда. Сразу телепортнусь. С вами туда и добегу. Там сколько? Где-то 200-150 метров. Да, 200. Это нормально. Блин, обидно. Я бы сейчас просто с горы спрыгнул туда бы и долетел. Но нет, мне нужно будет туда бежать вручную. Тихо, тихо, тихо. О, контр, 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 контр. Тихо, тихо. Зараза. Такого я не ожидал. Так, это уже в каком-то... Ой, разрушенном городе. Хотя он не разрушен, скорее всего, это... Его смыло. Ну, давай, рассказывай свою проблему. Что случилось? Моя дочь убита. Ее убил муж Стенин. Он бил ее, бил. Я говорила ей уйти от него.
Эй, помедленней. Я знаю, кто вы. Вы тот, о ком нам говорил Деннис. Мистер Броди, моя девочка, которую я учила ходить, бегать и петь, сейчас мертва. То есть Энин ее убил? Ну, нет, но он виноват. Она умерла от разрыва сердца, и теперь он хочет найти ее могилу, раскопать ее и забрать кольцо обратно. Прошу, если вы хороший человек, напугайте его. Как? Он боится оружия. Выстрелите в него, только не раньте. Обратите в бегство и скажите, Рахана требует не трогать могилу. Прошу, пусть моя дочь обретет покой. Блин, я бы ему просто в голову стрельнул, если вы так говорите. Просто спугну, тогда я стрельну ему. Блин, и не ранить. Жаль. Ладно, тогда мешнок стрельну. Друг! А? Мы очистим тут все от пиратов. А, Цитра с тобой. Обещала. Сенин? Чего тебе? Друг? Тебе Сенин. Привет от Раханы. Оставь могилу ее дочери. Ее вещи принадлежат мне, как мужу. Друг! Я оставлю могилу, клянусь! Все. Это лучший вариант, что мне нужно было сделать. Мог бы убить. Все. Вы его видели? Вы ему сказали? Он все понял. Спасибо. Прошу, возьмите. Это немного, но все ваше. Поставили бы себе деньги. Любовь до гроба. Окей. Окей. Все ваше. Я понял. Окей. Можете оставить деньги себе. Мы оставили. Что это мне дает, ТП? Бумажный полон. Изготовьте бумажный большой, чтобы... А, все, у меня переполнено место. А ну-ка. Да, все. Балахончик. Нужно будет потом сыграть в покер, сходить. Так, ладно, идемте в следующую миссию. Где у нас следующая миссия? Потом я буду в покер играть. Уже не на запись. Хотя можно и на запись. Хотя, не. Так, следующая миссия у нас где? Вот она. Туда нужно еще добраться. Поэтому я отсюда дойду. А когда приду, мы продолжим. Так, давайте, короче, осталось тут каких-то 100 метров. Я же так на эту гору еле залез. Пипец просто. Фиг, если мне сейчас нужно будет слазить, хотя нет. Нормально. Так, музыка, конечно, не в тему вообще. Тихо, что у нас здесь? Мусор. Мусор. Погнали. Эй, я тут. Я вижу тебя. Да? Джейсон Броди? О, слава богу, слава богу. Мою дочь похитили. Куда ее взяли? Очень далеко. Я не знаю. Кто это был? Пришельцы. Mm. Пришельцы взяли мою крошку. Просто успокойся. Этому должно быть разумное объяснение. Да, оно есть. Я потерял их ящики, и они взяли ее. Взяли ее на свой корабль. Ладно. Они дали мне сканер, чтобы найти груз, потому что сами не могут здесь у нас выжить. Чуешь? Но те ящики меня пугают. Расскажу секрет. Авария из-за них. Я чую. Почему-то я сомневаюсь. Пришельцы хотят убедиться, что никто не украл коробки. Если найдешь их для меня и сделаешь фото штрих-кодов, они поднимут груз на свой корабль и вернут мою дочь назад. Я заплачу. Ну, дело твое. Окей. Так, это место чего тогда я буду брать? Давай вместо пистолета. Пришельцы. У нас были призраки. Сегодня у нас пришельцы еще. Классно. Штрих-коды, да, он говорит? Если штрих-коды, тогда я это сделаю. Себе скринчик на всякий случай. Потом... Ну, типа, знаете, на пасхалке.
если я буду их вообще делать хоть когда-то. Блин, я бы хотел их делать, но мне так времени не хватает, трендер, да хера. Вот вы смотрите, да, сейчас вот эту серию, а вы знаете, когда она еще была снята? Еще летом. Еще даже лета не было. Оно немного сломано, да, препарат? Сканер. Я понял, все. А, такой штрих-код. Хотя, давайте я на всякий случай принтскрин сделаю. Фиг его знает. Ой. А куда направлять, туда оно и засекает, да? Тихо. Ой, блядь. Всё. Что ты на меня шипишь? Ты что, охерела? Бессмертная. Еще одна? Крабик. Так, где-то здесь, тихо. На дереве? Да, на дереве. Так, еще один. Когда, короче, зелененькая загорается, значит, я правильно смотрю. Во. Где? Ах ты, подлюка. Так, а где ящик? Я его не вижу. Тихо! Как мне его достать? О, все, достался. Ну, войдем. Так, а как мне тогда тебя? Ага. Привет, крабики. А что вы тут делаете? Это вы, да, пришельцы? Так, ладно. А, это еще не все. А, ну это... Вот это было уже легко. Так, вот это бегать, конечно, немного больше времени забирает. Блин, только не вниз. Это что, труп? Ага. А теперь вопрос, как мне так спуститься и не разбиться. Чё? Ебать. Вы видели? Я только что в воздухе
Я только что в воздухе это плавал. Он что, внутри заплыл? Внутри заплыл. Да нет. Бля, так не говорите, что мне обратно нужно лезть. Ё-моё. А не, вон я вижу. Отсюда не хватает, да? Ладно, как залезть? Да, вот это вот фоткать. Время забирает много. Тихо. Ах. Прикиду, сейчас серьезно тут пришельцы, это ж классно. Хотя, Ир его знает. Лучше скажите мне, как туда долететь. Так, нет, с этой стороны нужно, я вижу, по Лиане. О. Так, а дальше я нихера не вижу. Да? Я падаю. Ой, я упаду, да. Допрыгнул? Допрыгнул. Вам посылка. Ну, я сфоткал все, да? Так, а где я брал это задание? Вспомнить. Вспомнить и вернуться туда. Это было где-то здесь, вот. Или здесь. Ну, где-то, короче, в этом районе. Поэтому давайте я, короче, продолжу, когда туда придем. Так, ладно. Кажется, я нашел это здание. Только фиг его знает. Сейчас посмотрим. Это место? Ну, я сфоткал. А где он? Странно. Его нету. Ладно, давайте тогда что-то еще придумаем. Ну, я же в этом, да, месте был? Кажется, да, в этом месте. Или нет? Или да? Или здесь? Ладно, давайте, короче, я на этой серии уже закончу тогда. Я ее посмотрю, и если что... Так, следующая сразу метка сюда у нас сюда будет. И в обезьяне дело пойдем, скорее всего. Поэтому давайте, короче, на этом закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.